Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Зарбаба, и мы продолжаем проходить игру Outlast 2. Ну что ж, мы с вами в прошлой серии кое-как от него смылись, правда его же свои же и сбросили. Не думаю, что он мертв. Что-то как-то вот мне это не очень верится, ты мертв. Ну, блин, глаза-то открыты. Может, мертв? Не знаю. Ладно, поползли. Фиг с ним. Ты-то не пошел за мной? Нет, вроде нормально все. Фух. Вставай. Оу! Вот этот поворот. Крыша. Возможно, я мог бы... Чё ты мог бы? Как мы опять в школе оказались-то вообще? Каким боком? Еще и на крыше, блин. А все за это завалено. Следы. Босой ноги, да еще и окровавленные. Мне что, последуете? О, бля! Кто-то где-то здесь прикалывается со мной. Прыгай! Отлично. Дверь. Нифига. Чувак, куда бежать-то? Сюда, что ли? Нет, не прыгаешь сюда. А куда? Ага. Понял. Закрой дверь. Не закрывается? Черт с ней, пошли. В крови же все. Оу! Кто где? Покажись. Ой-о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 й. Это что еще за? А куда, блядь? Он еще и здесь. Он уже и здесь. Куда, куда? Как так быстро-то? Как так быстро-то вообще? Чё произошло-то, блин? Походу, наверное, без камеры быстрее бежит. Фух. Куда теперь опять? Мы опять на улице, блин. Ё-моё. А куда бежать-то? Чё, возвращаться, что ли? Получается, только туда возвращаться. Остальные все двери как бы закрыты.
Не открывает. Здесь вроде ничего нет. Ну ладно. Пойдем вернемся все равно потом, если что, выбежим. Заперто уже, что ли? А. Оказывается, люк. Да хватит дрожать-то уже. Заблокировано. В смысле? Я что, сюда пришел только ради батарейки, что ли? Что за бред? Серьезно? В натуре. Ладно, пошли наверх. Может быть, где-то там в полу еще один люк есть? Я просто его не увидел. Давай внимательно смотреть на пол. Да, действительно, есть еще один люк. Вот что значит под ноги не смотреть. В тебе была ревность, в тебе был страх. Ух ты! Давай, 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 давай! В смысле? В тебе была ревность, в тебе был страх. Опять-то пугало, блин, это существо, да, испугу нервного. Так, давай вон батареечку возьмем. Главное, так быстро появляется, вообще не поймешь, откуда, что, куда. Подожди, я же здесь был уже, да? Да. Отлично. Это кухня. Ну, наверное, мы на кухне точно попадем, да? Оба-на! Да ладно, бинтик, а у меня бинтиков много, да? Да не дрожись. Чё ж так дрожишь-то? Да ладно, та же самая бумажка, да? Да, по-моему, без изменений такая же бумажка. Ты тут не один? Что это? Записывай, 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 записывай. Воу! Джессика! Джесс! Эй! Quick! The day is done. Oh God, the sun. Look down upon. Little one, full light of light. Jessica, can you hear me? And shed round me thy presence bright. I need not fear. Thou art near. Подожди, Джессика, сейчас я камеру перезаряжу. The day is done. Oh God, the sun. Look down upon thy little one, full light of light. Keep me this night, and shed round me thy presence bright. This way, Blake. Jesse, are you there? Куда, туда? Где ты? Ух! Ух, обосраться! Ух! Я твой налево. Фу! Ух. Я точно посидею нафиг. Раньше времени. Чё, где вообще происходит? Где я? Ну все, я вернулся в реальность. Мне туда идти или туда идти? Куда идти-то мне? Не, в общем, получается, я куда-то отсюда свалился, что ли?
Здесь я не заберусь. Ладно, хорошо, получается мы туда идти. Ну, пошли. Так все-таки получается, она повесилась. Что так быстро упал-то? Я вижу какой-то домик. А, нет, это не домик. Lake. Озеро. Переберись на другую сторону озера. Да, ты снимать ничего не будешь? Ну, мало ли. Перебраться на другую сторону озера. Ну, пошли. Угу. Забираешься? Нет, не забирается. Что-то не так. Ну, я вот-то по-любому не собираюсь лезть, блин. Может, получится на чем-нибудь перебраться? Я пока не попадаю, да? Ты тут еще попробуй нормально переплыви, блин. Даже если какой-то плот и найдется, то это не вариант. 100% шанс, что мы переплывем нормально. Без последствий. Закрыто. А, там есть документ, ты смотри. То есть, по идее, где-то здесь можно проползти, что ли? Да, действительно, а так бы и фиг бы догадался. Ну, перезаряжай давай тогда камеру. Я, кстати, даже не посмотрел видео-то, которое мы с вами сняли-то. Хотя там все равно ничего не было. Вэл, покорись заботе этих людей, и я обещаю, что ты будешь страдать не больше, чем это необходимо. Ты должен знать, что находишься под влиянием врага, и ты будешь жалеть об этом пути сейчас и всю вечность. Я любил тебя и люблю сейчас, и Господь любит всех своих созданий, даже если они сбились с пути. Вернись к нам, помоги нам найти спасение. Бог любит тебя, папа любит тебя, Нот. Ну, в общем, я что-то еще тут забыл пособирать. Ну и ладно. Что-то где-то я еще забыл. Веревку я взял. Ну ладно, черт с тобой. Не знаю, что я так где-нибудь мог забыть. Батареечек вроде здесь я не вижу. Но зато я могу открыть уже дверь. Да, пойдем. Посмотрим. Ну, хотя тут, наверное, вряд ли что-то будет. О, батареечка. Отлично. Ну а в этот дом попадаю.
Или опять есть какие-то окольные пути? По-любому можно сюда попасть. Надо только найти способ. Двери закрыты. Ага. О. А, это ветер. Фу-ху-ху, я думал уже все. У меня, блин, глюки. Правильно. Открою нараспашку. Тут вроде ничего нет, так что поползли. На всякий случай. Мало ли. Тут тоже можно выбраться. Блин, тут ничего нету. Я могу только спрятаться, а смысл какой? Я просто думал, какие-то будут документы. Здесь тоже ничего нет. Вверх есть дорога. Ну. О, кто-то там уже орёт. Кстати, подожди, а там... Зачем я наверх забираюсь, а? Ну, там вряд ли что-то есть полезное. Получается, что нет другого пути. Кто-то там орёт еще, блин. Что за черт? Что это? Tower. Башня. Радиовышка или радиорелейная линия, возможно, цивилизация. Civilization, maybe. For a second I was dumb enough to think I might not die. Могу не умереть. Еще какой-то документ пропустил. Когда успел? Вообще не знаю. Ладно, пошли. Блин, опять лес, а? Оба-на, плот. Отлично. Нашли способ... переплыть данное место. Осталось только спуститься туда еще нормально, без последствий. Серьезно, прыгать будем? Ну окей, камеру убирай и вперед. По-моему, когда он, блин, без камеры, он быстрее бежит. Надо как-нибудь это проверить. Но опять же, если в темноте, то не видно, куда бежать. Еще и музыка такая нагнетающая, блин. Тихо.
Они вот спрятались или они от кого-то убежали? Чё-то мне вообще это не нравится, блин. Ну, хочется, во-первых, все тут осмотреть. А с другой стороны, блин, да пошло оно все к одному месту. Блин, надо быстрее переплывать, да и все. А! Да серьезно? Тут ничего нет. Бумажка еще одна. Ну, давай почитаем. Если нас никто не прервет. Марк Дарон. Если вы найдете это письмо, отправляйтесь прямо в храм Врат и расскажите папе Ното об ужасе и муках, которые проверяют мою веру в Господа. Человек в одиночку не может их вынести. Здесь во тьме враг выжидает враг. Спаси, Господи, мою душу и души ваших. О чем? К чему вообще? Что-то знаешь, что тут происходит такое ужасное, блин. Есть смысл туда заходить? Да вот они убежали, эти мужики. Не знаю, ладно, пошли. Пошли уже к этому плоту. Плот, они меня могут переплыть. Ну, пойдем, поплывем. Чтобы грести... Отлично, мне еще самому надо грести. А как же на камеру снимать? Ну вот в какую степь? Сюда плыть? Там вроде какая-то электростанция. Куда плыть-то? А, ну вот, наверное, шахта, да? Ой-ой-ой. По-моему, меня сносит. Не, подожди, это туман. Ой, в тумане-то легко заблудиться, в какую степь-то плыть. Ой-ой-ой. Слева, слева. Давай, греби. Справа. Ты вообще гребешь, нет? Ух! Обалденно! Давай на свет! Быстрей! Это знаки апокалипсиса. Надеюсь, что Бог, я просто теряю мою жизнь. Да ё-моё! Ну сними ты этот материал-то, ну! В чем сложность-то снять? О-о-о! Понятно, почему сложно снять. Плыви! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! Фу! Трупы! Трупы, везде трупы! Где плот? Давай, давай, давай! Какая камера? Ты че, плыви давай! Нет-нет-нет-нет-нет! Отвали! 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 Давай! Давай, 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 давай! Фу.
Чё ты орёшь? В какую степь плыть непонятно. Давай сюда тогда, что ли, я не знаю. Чё-то ты как-то застрял. Ну вот, получается, я опять материал один не снял. Ну, разверни, пожалуйста, плот. Может, мы как-нибудь уже пришвартуемся где-нибудь, нет? Все, приплыли. Нет, не приплыли. Come on. Shit. Fuck. Come on. Just. Shit. Ну, еще не все, оказывается. Я думал, все уже пришвартовались. Those are the ones. They took Lynn. I'm close. I'm almost there, Lynn. Кто-кто? Cult monster dead. Those good Christians. Те добрые христиане. Dying. The heretics, they want her to have the baby. Despite God. They do when there's no baby. I have to. Jesus. Lynn. Подожди, ребенок есть или ребенка нет, блин? Она, может, тебя скрывает, блин. И ребенок на самом деле есть. А может быть, даже вообще не от тебя. Вот это сюрприз. Кого-то выкинули. Ну, еще снимает так глупо этот материал, блин. Трупов было так много, что по их спинам можно было бы перейти озеро. Почти забавно. Вот как ходит по воде. Ну и что? Мы приплыли или что, или как? Надо где-то уже пришвартоваться, друг мой. Куда ты? Ну давай, ну. Ну чё вот ты встал, блин? Плот. Куда-то, блин, с факелами бегут. Что это было? Вообще не в понятках, блин. Кто там что орал?
Надо, наверное, как-то нагнуться, да? Прекрасно. Все, выбрались. Отлично. Дерьмо. Черт, плот. Пожалуйста, не плывай. В смысле не плывай? Он уже уплыл. Блин, там кто-то есть. Кто-то прям тут рычит. Пошли. Вау. Motherfucking no. Да, это не очень хорошее место, блин. Ты еще и снимаешь. Ну давай, снимай, снимай. Нашел для себя материал. Убиты как предупреждение или как приветствие. Возможно, нас так приветствовали. Что-то я где-то еще не снял. О, куча, короче, всего позабывал уже, все пофигу. Ладно, пойдем. Пипец, как это было сделано по-тихому. Ну и чё, встал? Пошли давай. Куда? Здорово. Молодец. Чё ты упал-то, блин? Шёл нормально. О, по-моему, надо бежать, да? К плоту бежать. Давай, 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 поплыли. Фу-ху-ху-ху-ху. Когда мы уже приплывем? Когда мы уже приплывем? Тут даже снимать-то некогда. Оу, ничего себе не перепрыгивает. Когда этот уже сплав по воде закончится, блин? Вот пошел трешак. Ух ты!
О-о-о-о-о-о-о, класс, 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 просто шикарно. Я ни черта не вижу. Давай, садись. There's the mine. Это та шахта. Ben. Лин, что они с ней делают? Я не думаю, что она чья-то мать. Они называли меня отцом. Но ведь я не... У нас несколько месяцев не было. Это невозможно. Ну так, может быть, она беременна не от тебя? Фу, ну главное, я доплыл до этих шахт. Фух, уже хорошо. Давай. Поплыли. Чё, как врезался-то, бля, опять? Какого фига? Я не понимаю, ты как... Чё вообще здесь произошло, блин? Какого хрена? Пипец. Мне что, надо бежать, что ли? Отлично, я опять в школе, да? Куда? Чё бежать-то? Где я вообще? Тут бассейн, что ли? А так нифига не видно, куда бежать-то? Ну точно, в бассейн каком-то. Я долго его переплывал. Очень долго. Ладно, дорогие друзья, на сегодня прервемся, продолжим уже в следующей серии. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.